Сегодня записал интервью с Валерием Викторовичем Пякиным, и там в одном из вопросов возникла тема курса по обучению аналитики. То есть методология, работа с открытыми источниками, работа с процессами, не статика, а именно динамика. И все это в конечном итоге, вот я обдумывал целый день, все это свелось к такому понятию, как смысловая журналистика. То есть это подготовка молодых людей, которые способны писать тексты. Но текст — это такая вещь, которую надо генерировать из себя, и надо обрабатывать информацию. Для этого надо информацию из открытых источников анализировать, а потом синтезировать в тексты. И вот эти все вещи, как это работает, как этому научиться, по большому счету, я и преподаю на курсах блогинга, которые мы начинаем на этой неделе. Напомню, что в пятницу в 18:00 в библиотеке Лермонтова по адресу, указанному в описании к ролику, и в воскресенье на Мясницкой 46 пройдут установочные встречи для людей, которые могут приходить в будни и могут приходить только в выходные. Вот мы проводим две установочные встречи для двух категорий людей. Приглашаются молодые люди в возрасте от 13-14 лет, а также взрослые люди, которых интересует профессия журналиста, телеведущего, видеоблогера, человека, способного к аналитической работе. Мы с вами 3 месяца будем заниматься, и на выходе вы получите реальную профессию, которая при должной усидчивости будет вас даже кормить. Такая вот мысль возникла сегодня вечером, да и думаю, ее тут же, не отходя от кассы, и запишу. Спасибо за внимание.